смотрите, какие 160 кто-то торчит. Прием, наблюдает Алиба. На горе. Минуточку, вот. Дай нам. Кто передал? Снайпер передал, на горах сидит Талиб, смотрит в сторону города. На каких горах? Метку дал. Нельзя говорить прием, наблюдать Талиба, потому что при слове прием ты настраиваешься на прием и молчишь, а не говоришь после этого. Они имели в виду Бахат, кажется. Гора Бахат. Ну что, Паша, будем защищать их или двигаем прямо? Да убрать их, наверное. Они нам в спину потом будут бить. Смысл? Их надо пехотой убрать, без шакала. Да, там да. Двое там. Снайпер, ты можешь отработать? По-моему, перелетает. Трое? По-моему, ты хуёвый снайпер, нахрен начал ты там снайпер. Там трое их! Ну все, начал уже, работай. Я могу с шакала их давить. Да нет, слишком далеко, у тебя прицельно не получится. ПЗ вот можешь... получше обзор, получше сверху. Да я их вообще на ладони вижу. Прямо. Все залезли на камни, зараза. Их вообще сейчас поснимать снайперу. Шикарно. Кто у нас снайпер? Они высовываются, ну блин. На снайпер военный, сказал сразу, не надо. Да успокойся, я тебе говорю. Там где я сижу, они сейчас все за камни попрятались. Они на нас смотрят, в нашу сторону, кстати говоря. Из зоны там огонь ведется по кому-то, наверное, по Браво. Ну, мне кажется, что Паш спалил шакал. Что можно, наверное, с шакалом работать. Раз видят, значит, можно стрелять. Военный. Так, Талиб на соседней горе. Азимут. Здесь сплошные соседние горы. 260 на запад. А вы жив? А вы жив. Это по тебе стреляют? Нет. Это с запада, там кто-то на западе кого-то нашел. Серега, прикройте нас. Паша, подави ПКшник, Азима 210. Продвинься дальше по горе. Он гораздо ближе, чем те трое. Там снайпер как работал еще, но возможно наш, не знаю. 220. Это военный по мне работал. Соседняя гора. Как я бы тебе мог работать, если это Дали? 230 от шакала. Да, южный склон. Сейчас я подъехал, смотрю, пока не вижу. Там есть один такой особо крупный камень, круглый форм. От него левее метров на 200. Понял. Левее, ниже, да? И даже на вершине горы сейчас калаш работает. На вершине холма азимут подшикал 240. Вон он бегает. Пока не вижу. Либо с горизонта. Горизонт, верхушка. Куда уходит? В сторону деревни на юго-запад. А вот и ПКшник, Паша, 220. Видел троих. Трассер. Я туда на запад, короче, пошел. Вот, трасса не работает, ПКшник. Так, я не ту позицию занял, сейчас подгоним, перегоним. Она нафига чуть тяжелая. Дым, да, где? Я как правильно понял. Вон, побежала. АГС по нему работает. По мне бьют, непонятно. Правее от того, кто работаешь, еще правее. Вот, да-да-да-да. Левее, нет, это лишнего. Левее. 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 Вот, да, вот этот кур.
перезарядка. Как так? Почему ты не видишь? Я невооруженным глазом вижу. Меня не видно. Вообще куст, чисто куст. Там наш уже заползает на гору снизу. Это на запад, что ли? Да, я там. Подавляйте их, я подойду поближе. Паш, не брать крупный калибр, да, я работаю с мелкого пулемета. Он ушел за бугор на запад. Там, где белый дым был. Паш, куда? Правее, просто поставь морду. О, да, вот так. Рядом с шакалом свои еще ты... есть? О, опять. Из-за горы где-то долбит. Трассера вижу, не вижу. А спину там, где два этих сидели на горе, их смотрят вообще кто-нибудь? Там три сидело. Ну да, их я смотрят. Смотрю, ушли тут. Понял. Двое ушли, третьего я не видел. Флар, что там у тебя? Ты работаешь, нет? Пойду на восток. По горе их катается наш, с нашей стороны. Катался я, разолёк. Вижу, рядом с камнем сидит кто-то, это ты, да? Нет, не я. Это я прям, я свой. Кто я-то? Ник трудно назвать. Нас походу ратку захватили. Я живой, нормально. А кто говорил я? Свой. Мне кажется, нас наебывают. Да это свой, по форме вижу, но... У камня сидит свой, по форме вижу. Пулеметчик минус. У нас ли он? Там еще один был. Да, калаш и пулеметчик, все, их отработал. А давайте на Егора перекатимся, а тут удобнее всю сезон. Да, там вообще зона охуенно видно. Я сейчас еще здесь зачищу, посмотрю, чтобы никого не было. Поехали. Куда-нибудь с этой горы двигаемся, нет? Да, на юг смещаемся. На ту гору, где пулемет долбил. Так она на западе, а не на юге. Ну, у всех по-разному. Пошли. Сидел около шакала, не залезай на него. Вижу, да? Разобрались? Ой, напротив горы два человека, один с эмки, другой снайпер был. Я не знал, что делать. А, спектатор убитый. Ну, у меня нормальный все спектатор. У меня тоже нормальный. Эйсовский стандартный. Удобный. На меня он не врубает. Да, ну и зачистили наши, конечно. Чистка, блядь. Угу.
Чё такое экран? Где погиб? А, блин. Вот. Флайк тоже короче. Погиб. Чистящие, хреново. Так, перезаходи. Так они туда приехали. Тем более. Если ж вы слышали, как что-то кто-то едет. Ну блин, я дальше ушел. Браузер, так, Ворон, я сейчас медносия поставлю. Браузер, на... Они там находятся, за этим зданием, там стоят. Я их видел, что они туда бежали, я не знаю, где они. Давай раздоник гляни. Так, у нас близко. АГС работает, но я не могу заниматься. Минарет. Кто сейчас стреляет? Ну, может быть, здесь? С РПГ. Попал по одному. Слышишь? Самый дальний дом западный, Декфор, с РПГ можешь бахнуть. А, вижу шакал! Куча нашлась. Слушай, а здоник? Ну я заплеваю. С РПГ! Ты вообще, знаешь, что один на контроллер нормально? А здоник жив? Лучше проходит. Сука, шакал вижу. Декфор, ты где? Видишь, здесь сейчас длинная очередь была, это я по шакалу. Он рядом с нами. Вали нафиг оттуда. Ползай, ползай, ползай. Паша минус. Блин, собака. Тут 8 зарядов в РПГ вражеском. Как всегда, кому-нибудь там помощь прихожу, у шакала никого живых нету. Есть два снайпера на горе еще. А Сдони кричит за бань. Захватил машинку, бан ему. А черт, Хантер. Да я не даю. Да, Сдони сейчас кинется. Да, Альфа да, вообще да. Не, не обновляет. О, все, я забыл. Видишь, гражданскую машину за рынком. Белую? Сдони, еще кого у меня есть под ствол. За рынком? Да. Уехал. Азимут. Нормально сейчас? А вон, за гражданской машиной бежит двое. Что, тоже спектатор не включил? Произошел? Нормально? Там сейчас Банзай, по-моему, будет. Слушай, а как у вас рация работает, когда ее подбираешь? Ну, просто ты имеешь в виду включить? Просто... Но она всегда включена. Да, просто ее слушаешь, и все? Да, все взял, и можешь слушать. И нажимаешь Ctrl-P, у тебя там менюшка такая, из них можно из этой менюшки выбрать либо свою активную, рацию, да? Подобранную, да, сделать активную, активную можешь настроить, там налево, направо, ухо, и переключиться на другую тоже настроить. То есть можно разнести канал, там, чтобы слушать врага в одном ухе и свои в другом. Причем можно было взять какую угодно рацию и будешь все слушать. У них СПГ. А, это у нас СПГ.
Блин, опять у него спектатор не работает. Угу, а он эйсовский поставил. И Ворон очень сейчас убил кого-то интересного, у кого дома. Это тебя, наверное, убил? ГПшкой? Да. Да. Увидел, что это было. Что это было? Ты там, знаешь, это читы, грубо говоря. Сквозь дом? За стенкой... Нет, за стенкой было... ГПшка примерно влетела в дом, влетела, а ты был снаружи. И тебя убила эта ГПшка. Нормально. Иди все поумирали, Паша. Ну, я записал, Паша. Посмотришь потом. Если все поумирали. Ну, все, ваша альфа. Вон Визер еще бегает. Аркадий бегает. Оби бегает. Бонзай там вообще где-то непонятно, что он делает. Цели не включается, а? Что Бонзай так далеко делает? Как он туда попал? Сука. Ты с Дуникой Бонзай туда посылал? Бонзай? Я никого никуда не посылал. Я... Понятно. Вырос. Рэндом. Старый рэндом еще. Мне Весу... Я не понял, он сказал уехал, а в итоге с ПГД, а там и осталось. Чё за говнище? Ну, мы он зашли, наврал. Видимо, его захватили. Не, он говорит, я уезжаю. С горы. Ну убили его. Там. Он поехал, его убили. Да ладно. Мы зашли отделением с того направления. Естественно, он не уехал туда. Не, блин, кто там? Я в кого-то раз, не знаю, 5-6 попал.
Он живой был, собака, в самом крайнем доме на западе. Просто меня выбесил. Не знаю, у него просто попадает, вижу прям кровь. Но он с катабазы просто бегает. Ну вот на твоей миссии также у меня человек бежал, ему выстрелил в голову, он тоже Не знаю. Продолжил бежать и забежал в дом. Просто вообще, конечно, было мясо, но не знаю, все кого мне попадались противники, я всех мочил прям сразу же. Причем я даже думал ВП-шный патрон дать атаке. Потом посмотрел, что у них вообще дымак сильно поднял. Точнее, ты не поднял, ты пофиг понёрфил это снайпер. Я подумал, что совсем не баланс будет. Да нет, нормально. Они нормальные. Если стрелять, куда нам? Ты про что? Не по касательно. Я про стенеги. Так я говорю, я про БП. Я думал БП дать. На атаке. На калаш, БП. Патрон. Так, панза идет. Читы включу. Звоните в скай. Явно на читах. Я вот этих снайперов задолбался, мне калаш, конечно, стреляю, рядом все попадает, ничего сделать не могу. Слишком. Вот так он еще раз зажился, винтовочка. Так, ну конечно. Меня, значит, говоришь, ворон этот. Читер. Кого-то еще на АКСом накрыл. Обе. Интересно, Банзай троих убить? Банзай ключ. Ползет? Если бы он побыстрее шел. Да он уставший. Ну, сейчас кого-нибудь селку может увидеть. Ну он же не дурак стрелять. Постарался, как увидел. Да-да, увидел фраг, сразу забрал, да? Надо подойти, оценить, сколько фрагов всего. Один фраг впереди бегает. Карыш, блин, не азарт, блин, псы. Во-первых, вначале не пошли на метку, но это я им еще припомню. А потом, блин, это игру, о, нас прижали, мы не можем уйти. Блин, откуда вас прижали? Нас прижали север, так мы на юге горы. Как вас могли прижать? Видите, ползайте. Нет, мы там было. И подохли, короче, как лохи. Поди еще не забрали никого. Так, увидел кого. Банзай увидел. Пах. Не попал. Попадания было, но он. Не смог. Что-то, кстати, у него у этой эльки я стрелял сейчас. Я умер-то из-за чего? Я стреляю по талибу в коллиматор нормально, а у меня пули в него не летят. То есть там цел то ли сбит, то ли еще. Корока, может, сломалась опять. Может быть. То есть пули куда-то не туда явно летели. Не, ну или устал, может. Нет, я сидел в шакале, я вышел из шакала, краба начали убивать, убили краба, я сориентировался.
начал туда давить в это направление, потом из-за куста и смещаться в бок. Сместился в бок. Крабы или флайеры? Флайеры. Крабы просто еще вроде в живых. Нет, флайер там барахтался еще до этого, по-моему, или. И мы на скрылом шахали приехали. Он высадился. Я остался, и, по-моему, открыли огонь. Какая следующая миска? Бонзайская какая-то. А, пункт 2, вот. Еще один. Ворон, вот, мне чем пункт этот не нравится, то что, блин, нафиг так далеко респыта. Че? Респауна далеко. А, нет, ну это хорошо, можно с разных сторон зайти. Не, ну можно поближе где-то. И триггер слишком большой. Вот это да. Здесь вообще, знаешь, с нашим количеством игроков делать лучше, как на первый я делал с зонами. Чисто вот только так. Ну или за один какой-то отдельный дом. Я что-то только не понял, а чё они эти... там вообще оборонник кто-нибудь выжил на первой миссии? Нет, один человек был в зоне имеется, а люди выжили, они налево, где островки зачем-то спустились. А, то есть они все уплыли? Ну, не то, что там деревня, которая на выезде из города, и вот они там все тусили. Понятно. То есть зону они не охраняли вообще? Там один парень охранил. И потом еще два инвалида пытались вернуться, когда уже два красных было квадрата. Но их... Можно было влетать, объезжать и захватывать. Вот. А, вот, Паша, я что предлагаю? Давай я тебе такой балансик подскажу другой. Дать там в защите кучу всяких... Тачаночек, типа там, ну, машинки с ПКМС, ДШК. Дайте танк Т-55. Вот. Дайте какой-нибудь, не знаю, ТОУ, например. Вот, а атаки дать вот как все есть, БМПшки там. Это танк. БМПшки прям с турами можно оставить. Ну или дать я переносной. Почему в туры я у БМПшки убрал? Я не хотел. Косяк с этим, с дюпом ракет. Я. Вот это не хочу, и то не хочу, поэтому давай. Вроде как же поправили, но выглядит, надо спросить. Там, ну, поправить-то можно, но придется тогда и избрать воговский. А если я возьму воговский, ну, проблемы нет на самом деле, тогда у нас лаунчер не будет работать. Понимаешь, все упирается в то, что лаунчер там, привязан к списку... Ну, если его использовать, как только скачать... Возьми то... воговский лаунчер. Ну и чё, если его скачать? Как скачать, может быть, и будет работать. Может. Или вообще отказаться от этого, чисто на арматрестинг перейти, я не понимаю. Не нравится. Я, в общем-то, и живу на втором варианте. Настрел лаунчер у меня скачан один раз запущен и закрыт. Потому что он мне TeamSpeak решил переустановить. Кому-то удобнее он. Ну да, конечно, я не спорю. Ну а просто как-то запросить. А другой вариант есть. Я могу написать, как у RHS, точно такую же. Вегетовскую эту? Вегетовскую скрипт, да. Можно сделать через него. Ну опять же запускатор. И запускатор еще один батник. Ну, скрипт туда запихать. Вот хорошая идея. Мне Вегет нравится. Прайс. Прайс.
А, блин, не тот чёт. Ну вот. Вот, ну, типа Т-55-ки. Как да я Т-55 на ваншотную, я тх, она взгорела. А мне Т-72 понравился тем, что он на что бронебойными. Бронебойными по нему стреляешь, ну, как бы такой, жена ластенький прочее. ХЗ, по-моему, ваншотывается. Ну вы в танк попали, да, не то чтобы он ваншотнулся, но он вынужден настроить, как я понял. Да, что-то с коллиматором не то. Вот, сейчас Манзай стрелял и опять. А, вот. Кого-то убил. То есть он сделал вторую часть пункта, но не поправил первую. Ты про что? Ворон. Ты говоришь, следующая карта будет чокнут. А, ну. А, не поправил какую? Ну, вот этот спектатор. Ой, не пункт, а доставка. Вот как. Что за доставка? Ну, на Подогорске, помнишь, в ангарах стояли там. Я не помню, что это. Примерно та же самая, где неоконченное дело, а военная база на Пятигорске. Твоя что ли? Банзаевск. А, я все, я понял тебя. Вторая часть доставки? Он сделал... Да, он только на Шкабуре сделал. Интересно. Мне Флешкабур нравится. У него знаешь какая проблема? Флешкабур. Топографическая карта очень не да, очень не совпадает, не совпадает с реальностью. То есть там реально даже довольно насыщенно всякими вещами. Ну, там, те же там штиками там уже никто не играет. А Бантай в сознании только все. Не, Лорен, Аркадий. У меня нет сознания. А, ну Аркадий без, а Лорен нормально. У меня он на дороге лежит. Я прилагал спектатор. Yeah. Кстати, Аркадий тоже подбегает, но у меня так. Всем счастливо. О, краб, ты что, сейчас Банзаевская будет низко. Ты что, бог затянулся? Ну да. Ну, поддержи. Не хочу больше. Там их полностью истребить надо. Или что? Ладно, сейчас придет. Сейчас Банзай сливает и все. Я вообще с километра кто-то снял. Тремя хедшотами. Хотя он так ходит, что его не сад. Рандом побеждает тактику. Банжер. Еще одна жертва. Рандом. Главное, М-ку там взял. Что ли ворон, ляска и. Господи, как он андрот. Они ни хрена не понимают, что М-ка. Видимо, нет. Вражеская. Видимо, думают другие отделения. Вот это вот смешение оружия, когда чужое подбираешь, самое дебильное, по-моему, что в армии может быть. Кстати, в армии запрещено чужое оружие подбирать. Да, это понятно. В США у морпехов вообще даже запрещено. Где последний? В медицинском. Ну, там двое. Один в тылу с Элькой бегал, один в городе, в домах. А что, миссия рубанула? Да, время. Я Стаффа завалил.